Всем привет, дядь Юра дает прогноз на матч 11-го тура АПЛ Ливерпуль-Вулверхэмптон. Встречаются вторая и седьмая команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 10 очных матчах команды 6 раз играли на обе забьют нет и 6 раз на тотал больше. Последние 3 очные матча выиграл Ливерпуль, в которых Вулверхэмптон забил только один гол. В этой паре чаще побеждают гости. 6 побед против 4 у хозяев. Как видим, в очных матчах команды чаще играют результативно, преимущество у Ливерпуля. Статистика команд. Ливерпуль в последних 10 матчах 6 раз играл на обе забьют нет и 6 раз на тотал меньше. Ливерпуль последние 3 матча отыграл на тотал меньше и последние 3 домашние матча на обе забьют нет. Вулверхэмптон в последних 10 матчах 6 раз играл на обе забьют нет и 7 раз на тотал меньше. В последних 6 матчах Вулверхэмптон никогда не играл 2 матча подряд одинаково, точно так же, как и Ливерпуль. Как видим, в этом сезоне обе команды больше играют низовых матчей, что, в общем-то, характерно для Вулверхэмптона и не характерно для Ливерпуля. В предыдущем туре Ливерпуль упустил победу в Брайтоне. Мерсисайдцы потеряли почти на ровном месте 2 очка. Гости забили 3 гола, но судьи засчитали только один. У хозяев было 2 пенальти. Первый промазал Мапе, а второй забил Гросс на 90 плюс 3 минуте. Надо сказать, что пенальти такой себе был. Можно было и не ставить. Нарушение было скорее номинальным, чем реальным. Вулверхэмптон выиграл 2-1 на Эмирейтс. Команды не создали много моментов, но из того, что было, больше дивидендов извлекли гости. При этом оба гола команда Сантус забила из-за нерасторопности защитников Арсенала в своей штрафной площадке. Ливерпуль во вторник добыл минимальную победу над Аяксом и оформил выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Теперь команда Клоппа может целиком и полностью уделять внимание только АПЛ. Волки, благодаря безалаберным действиям защитников Арсенала у своих ворот, смогли взять немного неожиданную победу у канониров. В последних очных матчах Ливерпуль неизменно побеждал Вулверхэмптон. Сейчас Жота будет выступать за Ливерпуль и очень может быть забьет своей бывшей команде. В этом сезоне Ливерпуль выиграл все 5 домашних матчей в АПЛ. У Волков 2 победы и 3 поражения на выезде. Ливерпулю в какой-то мере не повезло в предыдущем матче с Брайтоном. Вулверхэмптон наоборот извлек по максимуму из тех небольших возможностей, что у него были против Арсенала. Боки явным фаворитом ставят хозяев, считая, что матч должен получиться результативным. Тут можно с ними поспорить. Ливерпуль последние 2 очные матча на Энфилде выиграл со счетом 1-0 и 2-0. И сейчас ситуация схожая. Атакующий потенциал Вулверхэмптона стал скромнее, но защищаться команда продолжает хорошо. Поэтому здесь запросто гости могут не забить и много не пропустить. Из связки ставок тотал меньше 3, обе забьют нет, победа хозяев. Самый высокий коэффициент стоит на обе забьют нет 1.93, на тотал меньше 3 1.67, на победу хозяев 1.53. Если выбирать один вариант из предложенных, ставка на чистую победу хозяев выглядит наиболее ожидаемой. Ливерпуль упустил победу в Брайтоне. Вулверхэмптон не совсем заслуженно выиграл у Арсенала. В очных матчах Ливерпуль уверенно обыгрывает Волков и вряд ли команда вторую игру подряд сделать осечку в игре с более слабым соперником. Однако у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы. Если понравился канал дядь Юры, дайте на него ссылочку в своих соцсетях. Всем спасибо.